Здравствуй. Меня зовут Мария Мустафина, и я приглашаю тебя в мир женского изобилия. Наше подсознание — это шкатулка установок, сценариев и программ, по которым мы живем. Все, что когда-то легло в эту шкатулку за много лет нашей жизни, все, что мы слушали, слушаем и услышим, все постепенно проявляется и воспроизводится в жизни. Негативное или позитивное абсолютно не важно. Проявляется все. Поэтому так важна гигиена окружения и мышления. Наши мысли и есть основное наполнение шкатулки подсознания. Мысли материальны. Мысли создают нашу реальность. Сначала жизнь появляется в наших мыслях, а потом проявляется в реальном мире. Давайте вместе и прямо сейчас наполним наше подсознание изобильными женскими программами, а дальше просто уйдем наблюдать за тем, как они создаются в нашей жизни. Слушайте эти загрузки минимум один раз в день и обязательно наслаждайтесь. Сейчас мы с вами сделаем пару глубоких вдохов и выдохов, чтобы расслабить состояние и гармонизировать энергию внутри. Сделайте глубокий вдох через нос. Можете задержать дыхание на раз, два, три. И медленный выдох через рот. Еще один медленный вдох через нос. Задерживаем дыхание на раз, два, три. И медленный выдох через рот. Чувствуем расслабление, чувствуем гармонию внутри. Сейчас, если позволяет пространство, закройте глаза или наденьте маску для сна и погружайтесь в загрузки. Я спокойна и расслаблена. Я знаю, как это чувствуется, быть спокойной и ощущать расслабление в душе и теле. Я знаю, что спокойствие и расслабление возможно для меня, и я уже живу каждый свой день в состоянии расслабления и спокойствия. Я ценю себя и знаю, как это чувствуется, ценность себя поистине Творца. Я ценю себя безусловно. Я ценю себя без условий. Я позволяю себе лучшее из возможного, и это безопасно для меня. Я позволяю себе то, что хочу, и это комфортно, и это безопасно для меня. Я ценю свое время, я ценю свою энергию, я ценю свои знания, свои идеи, свои мечты. И я чувствую свою уникальность. Я чувствую свои сильные стороны. Я ощущаю свою мягкую, женскую силу. Прямо сейчас. Я знаю, как это чувствуется, жить с постоянным ощущением своей мягкой, женской силы. Я знаю, что это возможно для меня. И я уже живу каждый свой день с ощущением своей мягкой, женской силы. Сейчас можете мысленно сказать «Да, я принимаю». Я двигаюсь к цели каждый день, шаг за шагом. Я знаю, как это чувствуется, шаг за шагом, идти к своим целям и мечтам. Я позволяю себе раскрыться в полной мере и проявить свои способности. Я разрешаю себе проявляться в этот мир, проявлять свои знания, свои таланты. И это легко, это безопасно для меня. Я познаю глубину,
скрытой во мне силы, женской силы. Мое сознание настроено на изобилие и процветание. Я знаю, как это чувствуется, жить в изобилии, когда все есть, когда всего достаточно, и впереди только все самое лучшее. Я знаю, что изобилие возможно для меня, и я знаю, что я живу каждый свой день в изобилии. Я знаю, что хочу, и уверенно достигаю своих целей. Моим мыслям и желаниям свойственна четкость и ясность. Это помогает мне. Я знаю, что все в моих руках, и я беру ответственность за свою жизнь. И я знаю, как это чувствуется, взять ответственность за свою жизнь на себя. Я знаю, что такое ответственность поистине Творца. И я знаю, как это жить с постоянным чувством и ощущением, что я автор своей жизни и создаю свою изобильную жизнь для себя. Я позволяю себе отдыхать и наслаждаться жизнью. Я раскрашиваю свою жизнь прекрасными событиями и эмоциями. И я знаю, как это чувствуется, наслаждение жизнью. Я знаю, что наслаждаться жизнью возможно для меня. Это нормально для меня. Это естественно для меня. Я знаю и чувствую, что такое наслаждение поистине Творца. И я уже живу каждый свой день, наслаждаюсь своей жизнью, наслаждаюсь своим телом, наслаждаюсь своей сексуальностью, наслаждаюсь едой, наслаждаюсь эмоциями, событиями, красками вокруг меня. Сейчас еще раз скажите мысленно: «Да, я принимаю». Я с удовольствием принимаю сильные и смелые решения. Чудотворная и созидательная сила жизни поддерживает и оберегает меня на каждом шагу. Из всего многообразия решений я выбираю то, что лучше всего подходит мне. И я делаю это с помощью своей интуиции. Да, я доверяю своей интуиции. Да, я знаю, что такое интуиция поистине Творца. Вселенная направляет ко мне поток необходимых знаний, событий, людей и ресурсов. Я нахожу правильный ответ на любой поставленный жизнью вопрос. Я живу в потоке чудес и удивительных событий. Я открываюсь для помощи из ожидаемых и неожиданных источников. Я знаю, как это чувствуется, получать помощь от других людей и не чувствовать себя должной и виноватой. Ведь когда человек оказывает помощь, он поступает так, потому что он такой, и он желает этого. И это не накладывает на меня обязательств. Я знаю, что такое получать помощь поистине Творца. И я просто искренне благодарна за все. Все, что происходит в моей жизни, для моего высшего блага. Я знаю, что прошлое навсегда ушло. Будущее еще не наступило, и у меня есть только этот прекрасный момент здесь и сейчас. И я счастлива в нем. Я наслаждаюсь в нем. Я осознаю, что счастье, радость, изобилие, любовь, наслаждение возможны только здесь и сейчас. С каждым днем моя жизнь становится лучше и лучше. Мне легко жить. Моя жизнь — это счастье и наслаждение. У меня прекрасная жизнь. Я благодарю родителей за свою жизнь. Я благодарю Творца за жизнь и мир. Я благодарю себя за свой разум. Я благодарю свое тело. Я благодарю свою душу.
И я люблю себя такой, какая я есть. Прямо здесь и сейчас, прямо такой, какая я есть. И я разрешаю себе быть собой. Я верю в абсолютную силу, создающую мой новый изобильный мир. Жизнь всегда готова помочь мне, дав все самое необходимое. Я смело и уверенно пользуюсь всеми благами жизни. Все события в моей жизни – часть единого пути, на котором меня ждет изобилие и счастье. Изобилие и счастье. Изобилие и счастье уже есть в моей жизни. И я позволяю идеям процветания войти в мою жизнь. Я могу радоваться и наслаждаться жизнью в любых обстоятельствах. Я наслаждаюсь настоящим. Благодарю себя за прошлое и благословляю свое будущее. Я радостный и свободный человек. Я ощущаю свою внутреннюю свободу. Я знаю, что такое свобода поистине Творца. Я знаю, как это чувствуется, свобода внутри. Я свободна и могу реализовывать себя как личность. Я свободна, и я могу проживать свою жизнь так, как я этого хочу. Я свободна проявлять свои мысли, я свободна проявлять свои желания. Я свободна быть собой. Я свободна проявлять каждую сторону своей личности и души. И это безопасно для меня и других. Я счастлива от того, что я родилась женщиной. Я счастлива принимать в себе женщину. Я счастлива быть женщиной. Я счастлива быть личностью. Я счастлива быть собой. И именно сейчас, и именно здесь я осознаю, что у меня уже всего достаточно, чтобы создавать свое изобилие. Во мне всего достаточно, чтобы жить счастливой и изобильной жизнью. Сейчас еще раз мысленно скажите «Да, я принимаю». И примите все позитивные загрузки. Ощущайте, как новые программы загружаются, проникают в вас на всех четырех уровнях, на уровне ДНК, на уровне ваших клеток, на уровне ваших органов. Все ваше тело, ваш разум, ваша душа принимают эти позитивные программы и создаются новые нейронные связи в подсознании, которые воплотятся в жизни. Ощущайте, как в вас заходит новая энергия, новые ощущения, новые чувства и новые эмоции. Пронаблюдайте их, запомните их. А сейчас сделайте глубокий вдох, выдох. Поблагодарите себя за эту практику. Поблагодарите пространство вокруг. Сделайте еще один глубокий вдох. Медленный выдох. Улыбнитесь. И открывайте глаза. Я благодарю вас за эту практику. И рада вам служить.